звучит дрембол – перкуссионный инструмент нового поколения родом из Нижнего Новгорода. Играется не палочками, не ладонью, играется подушечками пальцев. Инструмент состоит из двух половин – верхней с выпиленными язычками и нижней – гладкой. Между собой они проварены аргонной сваркой на определенном расстоянии с толщиной шва именно определенной, для того, чтобы резонансные колебания верхней части никак не влияли на резонанс нижней части. Каждый язычок дрембола имеет свою форму и длину, что соответствует определенной ноте. Строй инструмента может быть различным. В данном случае применена обыкновенная пентатоника именно для того, чтобы неискушенный человек мог взять в руки и сыграть на нем с первого раза. Действительно, любая из зон барабана, соответствующая одной ноте, гармонирует с предыдущей. Дрембол хорошо звучит не только соло, но и неплохо сочетается с другими инструментами. Thank you.